Эта популярная актриса нравится зрителям своей эмоциональностью, хорошей игрой и, конечно, необычной внешностью. Сейчас ей 54 года, она сама воспитывает дочь и продолжает блистать на экране. Но ее личная жизнь всегда занимала первые строчки всех газет, а сама Аболдина утверждает, что в 40 жизнь только начинается. Так ли это на самом деле?